Да, тепляльных сезона готовые. Пашпарты готовности отримали усе теплокраницы и теплотрассы Могилева. Поведомили о могилевских тепловых сетках. Как раз до сезона завершены первый этап реконструкции ЦЭС-1. Теперь идут пусконаладочные работы. Что дать городу ремейк теплоэлектроцентралю, цікавилася Кристина Каранкевич. Реконструкция первой теплоэлектроцентрали началась в 2014 году. В старом будинку демонтировали первые и другие котлы, а на их месте установили допоможное обсталевание – газовую турбину. На реализацию проекта Сусветный банк выдатковал 43,5 миллиона долларов. Это пункт подготовки газа, где будут два компрессора фирмы «Швейцарская Энергаз». Будет дополнительно, значит, установлен газовая турбина мощностью 25 мегаватт фирмы General Electric и также котел-утилизатор совместного производства с Россией. Котел-утилизатор производительностью 37 тонн в час. Теперь тут доводить все, так бы мовить, до розуму. Поспробовали холодный пуск. Управление системой будет вестися отсюль, с галунного корпуса, проз компьютер. Реконструкция ЦЭЦ дозволит повеличить могутности Могилёвэнерго и снизить выкиды шкодных речевов у атмосферу. Для выдачи мощности от данной турбины мы построили подстанцию 110/6 кВ, и через эту подстанцию будем выдавать мощность, значит, в энергосистему через линию электропередач 110 кВт. Неколи ЦЭЦ-1 забеспечивал энергией рабочий поселок в улицу Мянжинского, центральную частку города до МДУ Куляшова. Теперь ее могутности хапает еще и на микрорайоны Мир-2, Сподорожник, Казимировку. Дефицита тепловых могутностей у городе нема. Последние годы потребление тепловой энергии промпредприятиями значительно снизилось из-за внедрения новых современных энергосберегающих технологий. Также значительно снизилось потребление коммунальным сектором из-за установки регуляторов тепловой энергии и приборов учета. Сегодня мощности теплоисточников избыточны. Как бы город ни рос, мы сможем обеспечить качественной тепловой энергией. Другим этапом проекта реконструкции ЦЭЦ-1 станет замена паровых турбин номер 3 и 4 на новые. Что до замены теплосеток, до сезона заменено 3,6 километров сеток, которые потребовали реконструкции за будовництво нового жилья, и 1,2 километра сеток там, где потребовался ремонт. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, Новин Регион.